Вітаю, Славутичан! Розвиток спорту та туризму є ключовим напрямком у нашому місті. І сьогодні гостем нашої програми є директор комунального підприємства Управління з розвитку фізичної культури, спорту та туризму Сергій Філіпов. Я вас вітаю, пане Сергію. Вітаю. На балансі вашого підприємства так багато фізкультурно-оздоровчих комплексів. Власне, спортивний комплекс «Олімпійд», стадіон «Каскад», яхт-клуб «Білі вітрила», кіноспортивна база, скейт-парк, басейни. Тобто таке велике-велике хазяйство. Наскільки важко його утримувати і наскільки вам це вдається? Ну, я би сказав, що його важко утримувати, але потребують гроші. Я вибачаю, що так в свободній формі, якщо ми перейду на російську мову, так буде трошки проще. Все упирається в деньги. Как высказались американцы в свое время, что кто бы о чем, сколько и где не говорил, все равно все упирается в деньги. Инфраструктура прекрасная, интересная, сложная одновременно, но эксплуатация этих сооружений, да, действительно требует серьезных финансовых вливаний. Бюджет предприятия на год составляет порядка 11 миллионов. Основную часть съедают энергоносители, заработная плата работников и небольшие, то есть корма для животных, топливо, в принципе, собственно говоря, все. К великому сожалению, больших инвестиций на сегодняшний день пока нет. Хотя есть один очень интересный проект, он уже практически завершен на 99,9%. Это установлены тепловые насосы на бассейне «Лазурный». Значит, будет он работать теперь круглогодично. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, и часть этого проекта уже запущена в полном объеме, то есть ИТП, которое завязано в этой системе, оно уже действует, оно уже пытается экономить тепло, причем работает достаточно эффективно. Это областной проект. Следующий областной проект, надеемся на строительство футбольного поля, но, к сожалению, были проведены тендеры и так далее, но работы не начались, причины пока неизвестны никому. Это, наверное, та же картина, как и с дорогой на якорь. То есть ожидаем. В целом, по предприятию, замечательный коллектив. Приложено очень много сил наших общих. Я не хочу сказать, что где-то только мои заслуги. Это, наверное, все-таки коммунальное предприятие, властник и громада. Вот, то есть нашими общими усилиями были проведены обучение и подготовка персонала, и регулярно проводятся противоаварийные, противопожарные занятия. То есть приведено это направление, приведено, скажем, в порядок. А в цілому, як можете оцінити взагалі стан от, власне, ваших спортивних споруд? Сложно оцінить. З учетом того, що жителі, к счастью, могут позволить себе поездить по миру, увидеть красивую картинку, как это происходит в Европе, в развитых странах, конечно, состояние... Да еще застарело. Да, трошечки застарело и оставляет желать лучшего. Но есть положительный такой момент, несмотря на то, что споруды наши достаточно старенькие, есть некие аналитические центры, которые работают в Украине. И по итогам 2 лет наше предприятие признано одно из лучших предприятий по предоставлению услуг в данном секторе. Этим, в принципе, можно гордиться. Заслуга, опять же, и коллектива, и города, так как мы оказываем свои услуги не только к жителям города, еще и гостям, то есть проводят всевозможные сборы, турниры, приезжают команды, арендуют фоки, частные представители частных клубов пользуются нашими услугами. В принципе, все очень довольны. И, скажем, все не так и плохо. Угу. Тобто робота у напрямку з іншими клубами, щоб приїжджали сюди на спортивні збори, до прикладу, вона ведеться. Тому що були якось такий період, був, коли були нарікання, що з вашого боку, власне, є якісь перешкоджання або завищені ціни. Ні, з нашого боку ніяких перешкод ні разу не було. Ми, наоборот, заінтересовані
привлечь максимальное количество людей, так как сама инфраструктура рассчитана на достаточно большое количество посетителей, и мы всегда только заинтересованы. Единственные сложности бывают со стыковки с нашей спортшколой, так как она основную массу все-таки загружает времени, это прекрасно, замечательно, хорошо, не хватает времени для предоставления услуг другим. По поводу расценок, я могу вас уверить абсолютно официально, что они самые низкие на планете Земля. На сегодняшний день это действительно так. Потому что когда приезжают к нам гости, они удивляются просто, как вы можете существовать за счет таких расценок. Ну, вот примерно так. То есть, если кто-то помониторит хотя бы даже по Украине, расценки действительно они самые доступные, так, и мало того, мы огромное количество послуг предоставляем абсолютно безкоштовно. Абсолютно безкоштовно. А от власне така політика, так, ну, у вашій роботі, чи не приводить вона до того, що вони не окупають себе? Їх отримання, ну, якби, ще раз повторюю, є дотаційним. В зв'язку з тим, що підприємство все-таки комунальне, собственником є город-громада, есть политическое видение города в целом. Здесь комплексная, опять же, работа, здесь необходимо собираться, я думаю, и депутатам, и представителям градоуправления, и принимать определенные концепции. Может ли город позволить себе, скажем, предоставлять данные услуги настолько, за настолько низкие цены, либо вообще безоплатно? Если может, я считаю, прекрасно. В принципе, спорт на сегодняшний день и подобные инфраструктуры в Украине в целом, они не могут быть прибыльны. Они не бывают прибыльны, за исключением маленьких частных клубов, как вот вы знаете, фитнес-центры и так далее. Ну, мало того, это очень дорого, но они, по крайней мере, как-то живут. Но чтобы они стали очень богатыми, я бы не сказал. С учетом того, что проблема города в целом, опять же, такая, что он является градообразующее предприятие Чернобыльская атомная станция, оно, к великому сожалению, стоит, наварка, проект закрылся, и сейчас крайне болезненно содержать такую инфраструктуру, мы это все понимаем. Но, опять же, я думаю, что вынужденная мера предоставления таких возможностей, то есть бесплатно, условно бесплатных или за небольшую стоимость, она в принципе оправдана хотя бы тем, что это задействована молодежь, огромное количество молодежи. У нас посещение порядка, вот за прошлый год было 120 тысяч посещений, только наших видвидующих, плюс еще и приезжают которые сборники, турниры и так далее, это еще дополнительная нагрузка. Ну, опять же, в цивилизованных странах везде сейчас, скажем, это, наверное, правило хорошего тона вкладываться в свое здоровье. Потому как лечиться сейчас намного дороже и сложнее, чем заниматься спортом. И потом, ну, на сегодняшний день, я думаю, город в целом пытается изо всех сил предоставить эту услугу, сделать максимально доступной, скажем так. Да, с точки зрения рынка, рынок – это очень циничная и жестокая структура. И, да, то есть если считать непосредственно прибыль, естественно, нужно задирать расценки, понятно, из этих же расценок вкладываться в развитие. Но я боюсь то, что если мы приведем с породы к европейскому уровню и у нас сформируются европейские расценки, посещение упадет практически до нуля. Когда приезжали с города побратима Аускрайкли представители громады, проводили им экскурсию, в частности, по нашим сооружениям, они признали, что мы проходили ту же самую ситуацию, как и вы. И, вероятно, вы вынуждены будете пойти по нашим стопам. Мы ее чуть не потеряли. Да, им повезло в том, что Европа выделила им серьезные гранты. Они вложились в улучшение этой инфраструктуры, получили в результате великолепного качества сооружения. Какой-то период они стояли у них пустые, но условие было такое, что они должны самоокупаться. В конечном итоге потихонечку люди пошли, и сейчас они достаточно нормально, эффективно функционируют. Тобто з часом все ж таки при піднятті цін потрібен якийсь час, щоб люди звикли до нових цін і знову прийшли, да, в спортивні споруди, так? Так, возможно, возникне такий вопрос.
общественности, что куда вы деваете деньги. Все абсолютно деньги мы как раз таки деваем именно в развитие, в содержание, в поддержание этой инфраструктуры. Дело в том, что есть очень много подводных камней, которые никто не видит. И, к сожалению, они, наверное, никому не интересны. Это те же коммуникации, которые никто не видит, которые требуют ремонтов. Мы занимаемся этим, вплотную занимаемся. То есть тот, кто наблюдал достаточно внимательно за процессом работы нашего предприятия, обратили внимание, что во всех абсолютно ФОКах заменили освещение на LED-освещение, современное, безопасное, экономичное, то есть более эффективное. Опять же, культура. Когда я пришел на это предприятие, те же санузлы, скажем, душевые, то есть спорт все-таки, он, естественно, требует каких-то нагрузок, люди потеют, нужно душ и так далее. Я был в ужасе, какие, в каком состоянии они были. Сейчас они современные, красивые, исправные, теплые. Вот. По таким позициям, как, опять же, поддержание пожарной безопасности, всевозможные огнетушители, обучение, средства защиты и так далее, это тоже все требует каких-то денег. К сожалению, мы из собственных средств, которые зарабатываем, оплачиваем все эти услуги. И таких моментов бесчисленное множество, потому, возможно, наверное, не столь эффективно проявляется вот эта картинка по улучшению. Вот. Хотя работы, я признаю, сделано очень много благодаря городу, в частности, который все-таки периодически нам поддерживает, помогает, и без этой помощи мы бы не сдвинулись никуда. И востребованность есть в целом у населения в наших сооружениях, так что я очень надеюсь, что перспектива все-таки будет у этого предприятия. Мало того, сейчас существует такая концепция все-таки реанимировать, активировать, точнее, тематику, ну, наверное, что-то, как правильно назвать, в виде олимпийской деревни, что ли, такая прекрасная инфраструктура, чтобы затаскивать сюда максимальное количество всевозможных спортивных клубов. Развивать спортивный туризм. Так, 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 так. И это должно тоже сработать. В принципе, есть заинтересованные лица, и ну, все вот как показывает Юрий Петрович Каленский, абсолютно замечательный тренер, замечательный человек, проводит регулярно чемпионаты Украины в Славутиче и достаточно высоком уровне. То есть в этом заинтересованы абсолютно все, как и город, так и сами спортсмены, и так даже наше предприятие. Мы с радостью включаемся, пытаемся помогать. Ну давайте окремо зупинимося на кожній там споруді спортивній або на кожному спортивному об'єкті. Почнемо, мабуть, зі стадіона «Каскад». Там ми бачимо трибуни, які знаходяться в аварійному стані, підтрибунні приміщення. Коли розпочнеться ремонтні роботи, реконструкція, або його будуть розбирати, коли, власне, ця споруда якось відновиться? Значить, по полю, я вже говорив, що були проведені тендери і виграло неке підприємство торги, які повинні були змонтувати нам ще рік назад само поле. Положить искусственное покрытие по трибунам. Что касается и других зданий, и трибун в частности, мы обязаны проводить так называемую паспортизацию зданий, так как это объекты массового пребывания людей. И мы это проводим, эту паспортизацию, инвентаризация, паспортизация, для того, чтобы вызначить состояние самих сооружений. И, к великому сожалению, при проведении экспертного обследования вот этого здания трибун, подтрибунных, оно было признано аварийным. И нам была заборона, четкая заборона эксплуатировать его в дальнейшем. До полного капитального ремонта, либо реконструкции, либо демонтажа и строительства нового. Но этот проект очень дорогой. Это 70 миллионов ориентировочно, поверхностно, то есть демонтаж с обустройством чего-то нового, город, естественно, сейчас потянуть такую нагрузку не сможет. Это огромные деньги. Возможно, получится включить в какую-то программу, государственную программу по строительству стадионов и так далее. Вероятность есть, что работы начнутся. Когда, не могу сказать точно. Мне, как, скажем, на сегодняшний день руководителю этого предприятия, конечно,
Я не заинтересован, просто многие думают, что вот мы ничего не делаем. Нет, делаем. И очень грустно и больно смотреть, когда у тебя на балансе есть подобные сооружения. Я думаю, любой абсолютно работник, любой руководитель адекватный, он, конечно, будет пытаться разрулить этот вопрос, но, к сожалению, просто есть вещи, которые мы не в силах сделать. Это огромные деньги для города. В данном статусе, когда с бюджетом достаточно серьезная напряженная обстановка. І... Угу. А якщо говорити про штучне покриття, воно досі зберігається на кіноспортивній базі? Нет, нет. Ми його перевезли на територію ЖКХ, вкритий бокс, повністю складували його. Зараз воно в суховому, безпечному місці. В повному об'ємі перемістили його туди. А чи оцінювався його стан? Чи не вплинуло таке довготривале зберігання його на свіжому повітрі, так би мовити, на його стан? Неоднократно обращались к експертам, спеціалістам по укладці спортивних полей. Естественно, вони говорять, чим швидше ви його смонтуєте, тим буде краще. На сьогоднішній день состояние абсолютно нормальне, живое. Да, там була повреждена упаковка і так далі. Ну, то есть сейчас его спрятали, ну, может храниться достаточно длительное время. Дело в том, что все эти поля, они рассчитаны под воздействие ультрафиолета и так далее, но должно лежать на открытом воздухе. Единственный нюанс был, да, то, что оно в рулонах и так далее. То есть картинка внешняя была достаточно такая некрасивая. Ну, перевезли, сложили, не так все и плохо, так что, как многие думают, абсолютно не так все и плохо. Чи можемо ми зараз прогнозувати, коли все ж таки воно з'явиться на стадіоні «Каскад»? Ну, думаю, что я очень надеюсь, что в этом году все-таки что-то прострелит. Здесь же еще и погодные умовы влияют на строительство. Ну, очень, очень хотелось бы надеяться. Також ви вже говорили про нові установки, які є в басейні Лазурни, які дозволять спортсменам і влітку плавати і займатися. Про сам басейн от хотілося б поговорити. Чи планується якась його реконструкція, ремонтні роботи якісь? Тому що про це багато також говорили і в соціальних мережах. Чашу там, можливо, планують якось реконструювати. Есть такая хорошая фраза, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дело в том, что, конечно, планируется. Планируется, в принципе, вся инфраструктура, которая есть на балансе предприятия, города, она должна обновливаться, она должна ремонтироваться. Планы такие есть, и желание такое есть. Но опять же возвращаемся к тому, упирается все в финансы. Для того, чтобы привести этот бассейн в изначальное состояние, хотя бы такое, как он был, новый, я не говорю уже про европейский уровень, это где-то порядка 25-30 миллионов гривен на сегодняшний день. То есть заменить полностью всю плитку, которую уже заслуживает этого, восстановить вент-системы и так далее, где-то частично поменять остекление и так далее, подремонтировать. Хотя мы поменяли там уже узел ввода, вот установлено сейчас вот это новое оборудование, установлены ТП, отремонтирована кровля. Мы потихонечку пробиваемся, значит, понятно, что работы там очень много. И единственный выход на сегодняшний день, я вижу, это только включать в программы, областные программы. Они включены, причем в ряд программ. И какая-то из них должна все-таки стрельнуть эта программа. И вот сейчас, насколько мне известно, дело в том, что тут, немножко отклонюсь, не знаю, к сожалению или к счастью, у предприятия функцию главного заказчика по капитальным ремонтам и капитальному строительству забрали. В связи с тем, что сейчас есть управление капитального будивництва, вот они такими серьезными проектами в большей степени занимаются они. То есть мы должны передать им этот объект на реконструкцию. Ну, насколько мне известно, вот в этом году должен вылезти бассейн «Дельфин». Також було таке питання, бо не могла не поставити його. Чи запрацює він взагалі? Інтересніший проєкт. Ну, здання само живое, ну не аварійне, да, оно требує. Було прийнято рішення в связи з тим, що накопилось очень-очень-очень маленьких, там і не очень проблемок, вивести його на реконструкцію, щоб зробити сучасний, красивий центр сімейного досуга.
То есть сауна с массажными кабинетами, с двумя чашами, с хамамом, джакузи, что-то такое вот. Проект очень интересный, и вроде как сейчас, я вот, насколько мне известно, управление Капстрейства плотно занимается этой тематикой, и есть большая вероятность, что в этом году что-то там начнется уже физические работы, потому что, насколько я понимаю, проект уже есть такой. Вот. Конечно, хотелось бы и лазурную обновить, но пока будем эксплуатировать, поддерживать его в таком состоянии, ну, как при малейшей возможности, я думаю, будуть проводитися роботи. Якщо говорити про дах у спортивному комплексі «Олімпієць», а також у деяких «Сфоків», вони протікають місцями. Чи ведуться якісь ремонти покрівель? Чи проводилися минулого року, можливо, в якомусь із «Сфоків»? Сама конструктивна особливість «Олімпієця», вона не дозволяє його ремонтувати латочно. Так сложилось, что этот корт, он назывался раньше, он стоял на поселке Лесном. Его перевезли, построили здесь, вторую жизнь ему дали. И вот так получилось, что в результате, вероятно, ну, все-таки время, не хочу искать, как говорится, крайних, он чуть не обрушился. Провели капитальные восстановительные работы по укреплению несущих конструкций. Сейчас он живой, живее всех живых. Прошли экспертизы и так далее, то, что дозволена его эксплуатация дальнейшая. Вот. И следующим этапом, опять же, на этот год запланировано вскрытие полностью всей этой кровли. То есть это не обычная кровля, которую замазал, закрасил и все. Замена утеплителя, ну, естественно, пара гидробарьера и так далее, восстановление защитного уже металлического слоя и замена полов внутри, то есть пол там тоже требует замены. Проект этот есть, программа эта есть, и есть такой прогноз, что в этом году это должно начаться уже физические работы какие-то. Якщо говорити про фоки. Фоки также, согласно экспертным заключениям, они пригодны для дальнейшей эксплуатации, они в хорошем состоянии. Есть рекомендации по термомодернизации и так далее. Но вот для понимания, где-то от 5 до 7 миллионов один фок. Сделать капитальный ремонт с термомодернизацией, это опять же на сегодняшний день те, кто ориентируется в бюджетной составляющей города, понимают, что это... Для самостоятельных работ это почти неподъемные суммы. Есть рекомендации разгрузки кровель, то есть все-таки снимать то, что там есть, и делать скатные кровли. Возможно, какой-то более удачный проект нужно применять, в отличие, допустим, как на московском сделать, хотя он достаточно эффективный. Фок получился теплый. То есть экономия, он самый экономичный фок получился только за счет одной кровли. Ну, по крайней мере, ну, можно сказать, не течет, да, и бывают иногда моменты, признаю, потому что здесь изначально, возможно, где-то недосчеты проектировщиков, где-то, может быть, какие-то моменты при монтаже. Есть две проблемных точки, которые по сей день подрядчики, которые выполняли эти работы, они не отказываются, они все время включаются, помогают, устраняют. Ну вот сейчас вот буквально опять вылезло небольшое протекание со стороны окошек, банальное протекание, но оно такое неприятное, которое бросается в глаза, и в ближайшее время они обещают там устранить дополнительно козырьки туда установить, и в принципе, думаю, на этом уже все-таки победим этот момент. А так в целом работает и система подогрева и так далее. Но единственное, вот сейчас стихия показала, что никакое оборудование, никакие системы, люди, техника оказались бессильны. Столько навалило снега, что сейчас силами и предприятия, и сторонних организаций пытаемся победить эту ситуацию, как-то откопаться, разгрестись и так далее. Так что, да, конечно, требуются капитальные ремонты кровель, вот особенно железки мы их называем, это фоки сами. Я думаю, у них есть будущее. Ну, тобто ремонти покрівель будуть робити поступово? Конечно, конечно. Коли планують розпочати і з яких фоків? Ой, не скажу точно. Точно не скажу. Просто я боюсь, ну, це до такі далекоглядні плани, так? Заблуждення, да, то есть требуют они сейчас. Желание есть начать работу сейчас.
и необходимость есть. Но как только будет малейшая возможность зацепиться за выполнение каких-то работ, естественно, город, я скажу так, город, потому что от одних нас мало что зависит. Я думаю, будет цепляться в этом заинтересованы абсолютно все. Как жители и посетители, так и команда градоуправления, скажем, они тоже заинтересованы, чтобы эта инфраструктура работала нормально, хорошо, було сухо, комфортно, тепло. Так що. Ви вже згадували про пожежну безпеку. А чи проводилися якісь експертизи, наприклад, чи комісії якісь пожежні? Регулярно вони проводяться. В якому стані взагалі от пожежна безпека? Планові, позапланові перевірки. На даний час я вважаю, що, ну і судя по заключенням представителів пожежбезпеки, в очень неплохом состоянии. Да, у нас есть проблемы, я и признаю, это знают все. У нас на сегодняшний день отсутствует сама система пожарсигнализации. Это серьезное нарушение. Да. Но мы полностью укомплектованы средствами первичного пожаротушения, обучен персонал, регулярно проходит переподготовку. Причем не только в кабинете бумаги, люди у нас наконец-то научились вживую пользоваться и огнетушителями, и пожарными рукавами и так далее. Очень серьезная работа проводится по, так же уже говорил, подготовке в плане того, что фоки, они, к счастью, большие и огромные, то есть даже не дай бог, если что-то случится, то все это просматриваемо, всегда смогут безопасно вывести и эвакуировать людей, так что груз никакой нет. Но опять же, в планах есть, и в планах еще вчера, так сказать, спроектировать и смонтировать новую современную, соответствующую всем требованиям пожарную сигнализацию. Ну и все будет, в принципе, А с этим питанием вы зверталися до депутатов, до міського голови? Ну, естественно, согласно всех норм, требований, даже прикладывая заключение комиссии, которые у нас работали, естественно, мы пишем письма, обращаемся с просьбой выделения денег на проектирование и монтаж. То есть вот сейчас идет поэтапная работа, она все-таки ведется в городе, начали садики, свита, надеюсь, и мы сейчас вот в ближайшее время попадем. Надеюсь, обойдемся без судов, очень хочется в это верить. Добре. Яхт-клуб «Білі вітрила», в якому він зараз стані і які послуги там надають? Зрозуміло, що він більш привабливий влітку, але все ж таки. Стан неоднозначний стан, так же, як і во всі споруди, необхідне вложення якихось средств. Но в цілому проведена также огромная работа по реанимации яхт-клуба. Сейчас он живой, дееспособный, радует людей. Да, мы, к сожалению, признаю, не можем предоставить услуги, ну, наверное, как в Турции, немножко не те условия. Но в то же время он начал пользоваться спросом. Проводились ряд фестивалей на территории яхт-клуба, то есть и барды, и байкеры, и замечательно, без эксцессов, без приключений. Даже, к сожалению, не огромная, но та команда альтруистов, скажем, яхтсменов, которые были раньше ветераны, скажем, парусного спорта, они тоже ожили, они поверили, что не все так плохо, они занимаются. У нас есть живые яхты, которые периодически эксплуатируются и участвуют в соревнованиях, отремонтированы помещения в Бранде, то есть предоставляются комнаты для отдыха, предоставляются лодки, предоставляются беседки, автостоянка и так далее, есть пляжный волейбольчик. Освежили пляж, то есть восстановили все полностью лежаночки, зонтики, навесики, то есть, ну, более-менее. К сожалению, требует сама акватория расчистки. Несколько лет назад обращались даже в Минэкологию по этому вопросу, сказали, что входим в программу, ожидайте, цена вопроса порядка 20 миллионов гривен на 1 километр намыва, так что даже державе это не так-то просто сделать. Ну и так как мы все-таки, наверное, не совсем стратегический объект, потому
ждем. А за свой счет мы, естественно, вымыть этот водоем мы не можем. Для этого нужен мощный земснаряд, это серьезные капиталовложения. Хотя акватория могла бы быть очень хорошей. Хотелось бы, конечно, вдохнуть туда побольше жизни, но здесь уже наши партнеры немножко нас тормозят с дорогой, скажем так. Да, людей было бы гораздо больше, если бы была дорога. Многие просто отказываются, даже такси отказываются зачастую ехать, потому что... Бо дороги немає. Добре. Кінно-спортивна база. Тоже интересный объект, сложный объект. Сложный он только в том, что все-таки это живые существа, это не велосипеды, которые поставил и закрыл на замок. Это живые, замечательные, очень умные животные, замечательный персонал, который с ними справляется, тренирует, обучает. Да, у нас есть проблемка по конно-спортивной базе, у нас нет тренера детей. По нашему штатному расписанию мы не можем ввести такую посадку. У нас есть тренера коней, у нас были, к сожалению, такие напряженные дискуссии с посетителями, потому как мы с точки зрения права не имеем права оказывать услуги по обучению детей. Можливо, тут треба співпрацювати з комплексною дитячо-юнацькою спортивною школою. Ну, для этого, ну, как минимум нужно ввести такую штатную единицу, а как максимум найти еще такую штатную единицу. Это не так-то просто. Я весь свой период работы в этом предприятии, скажу, это очень сложно найти профессионала в этом виде спорта. Очень сложно. Мало того, любой профессионал стоит определенных денег. Что пригласить откуда-то со стороны на те деньги, которые мы можем позволить сейчас, это нереально. Естественно, это живые существа, я уже говорил, не стареют. То есть желательно бы омолаживать поголовье наших. А сколько коней у нас зараз на балансе? 7 и 1 пончик. Це свій, чи ми придбали його? Це придбали, це за участю міського голови. Величезная подяка, замечательный пончик, детки его обожают, пони, я имею в виду, вот, молодой, здоровый, крепкий, но остальные кони занимаются, мы сдаем их в прокат, детки занимаются, реабилитационный центр пользуется этими услугами успешно, так что, в принципе, пока все нормально, хорошо, не мешало бы построить, конечно, там манеж, но крытый манеж для занятий зимой, потому что такую... Погода, когда лед, наст, животные травмируются, прекращаем предоставление услуг. Ну, при сприятливых погодных умовах, в принципе, все функционирует нормально. Окрему подяку хочу сказати за скейт-парк, у якому в теплий період можна проводити час із дітьми, з сім'єю. От, власне, розкажіть про скейт-парк, як часто ви там проводите реконструкції чи ремонтні роботи. І про інциденти з боку жителів. Як часто доводиться замінювати плитки розбиті? Ну, скажем, по мере поступления проблем мы их решаем, естественно. То есть стараемся изо всех сил поддерживать его в первую очередь в безопасном состоянии. По поводу плиток, ну, скажем, там немножко существует разграничение. Там часть территории наша, часть обслуживает ЖКЦ. Ну, в целом мы находим с ними взаимопонимание, взаиморазумение, так сказать, и стараемся поддерживать. Сам скейт-парк, который изначально был построен, замечательный, классный, он был деревянный, но, к сожалению, под воздействием природных явлений он сгнил. Мы его реконструировали по абсолютному образу и подобию, сделали точно такой же из металлоконструкции. Значит, мы очень плотно общаемся с такими уже серьезными специалистами, скажем, скейтбордистами, которые являются, так сказать, экспертами в этом направлении. Мы уже рассматривали варианты, либо делать его бетонный, либо его делать металлический полностью, то есть каркас сейчас металлический, а влагостойкая фанера зашит плоскости вот, рабочие. И вот как эксперты, они сказали, ни в коем случае никакого металла, только дерево. И по мере выработки вот этого настила мы его регулярно меняем. Сейчас у нас даже есть небольшой запас этой фанеры. Так что, я думаю, будет работать
нормально, хорошо. Так что стараемся предоставлять и услуги для маленьких деток, мини-гольф, теннисные ракетки, даем мячики, сетки и так далее. То есть это можно в этом вагончике, который есть, все это получить и попользоваться. Mm-hmm. Так что все это работает. По поводу жильцов вы спрашивали. Ну, сначала были некоторые нарекания в плане того, что шум создают роликами. Ну, во-первых, сейчас положили более толстую фанеру, усилили всю эту конструкцию, она гремит уже меньше. Ну, в принципе, я считаю, не совсем обоснованные. Все-таки жилые дома находятся достаточно далеко, и здесь не совсем справедливо. Ну, и может быть, это все-таки хорошо, что дети катаются, использовать по назначению. Добре. Хочу трошки повернутися до фоків і запитати, власне, про температуру, яка є в них. Що стоїть на першому місці? Здоров'я дітей чи все ж таки економічність? Ну, про економічність як такову зараз річ не йде. К счастью, если взять інфографіку по потреблению енергоносителей в цілому по місту, наше предприятие занимает достаточно маленький, то есть несет маленькую нагрузку для города. Хотя при таких объемах, при такой кубатуре огромной, естественно, это серьезные деньги и так далее. То есть, если говорить о экономии, мы, конечно, пытаемся экономить, но в рамках разумного. Есть санитарные нормы, в первую очередь, где запрещено, допустим, вот, ну, для примера, в тяжелых атлетических залах, там для разной категории спортсменов, разные, там от 16 до 18 градусов колеблется температура. Вот, и больше перегревать нельзя, человек может просто плохо стать. Вот, так что на данный момент мы даже не пытаемся особо сильно экономить, пытаемся создать в первую очередь комфортные, здоровые, безопасные условия. Есть единственные нюансы такие, когда вот, по примеру, белгородского ФОКа, он стоит, ну, на так называемой розе ветров, наверное, да? И с учетом все-таки то, что здание само устарело, нужно менять остекление, кровлю уже не так сдерживает тепло, выдувает, очень сильно выдувает ФОК, когда даже теплоноситель подается без каких-либо ограничений, все равно там достаточно свежо. И, скажем, мы уже в данный момент ничего сделать не можем. Здесь необходимо делать и термомодернизацию здания в целом, плюс замену самой системы отопления на более современную, и тогда будет эффект. Но это очень дорого. А чи не прораховували от такий можливий варіант, що утеплення ФОКів, воно дасть якусь економію, конечно, власне, в теплі, конечно, і за рахунок цієї економії ми можемо, ну, там, витратити кошти на утеплення і отримати економію там за 4-5 років і вийти в нуль. Ну, озвучував сьогодні, ну, порядка 5-7 мільйонів один ФОК. Ну, можливо, таких доцільно витратити ці 5-7 мільйонів і отримати потім економію значно більшу? Ну, звісно. А чому не витрачаєте ці кошти? Тому що їх немає, або... У нас для початку їх просто немає, для старту навіть немає. А звертались, да? Знову ж таки, до депутатів? Діло в тому, що я вас уверяю, що ніхто не забуває про ці наші фоки, ніхто не забуває про ці наші проблеми. І, в частності, город, і міські голова. Мало того, я надоїдаю достатньо регулярно з цими всіми питаннями. И, ну, я так понимаю, что бюджет все-таки не резиновый, потому что необходимые первоочередные моменты и больницы, и садики, маленькие детки, и то, и то, и то, и то, и все. Когда было мощнейшее предприятие, ЧАЭС работало, это, я думаю, не составило бы никакого труда. Но на сегодняшний день из того, что есть, приходится как-то перераспределяться и оставлять приоритет. Все прекрасно помнят, знают, обращались, обращаемся и будем обращаться с просьбой все-таки включиться и профинансировать. Вот, опять же, в программах есть вот сейчас белгородские и таллинские первоочередные, то есть есть готовые проекты уже, есть, в принципе, все, осталось только вот чуть-чуть. Или воткнуть его в программу, но в программу это не так просто, это тоже достаточно серьезный труд. Сколько, я понимаю, мешки голова и заступники занимаются этим направлением очень плотно, постоянно в Киеве находясь, они пытаются вырвать, скажем, какие-то деньги для того, чтобы профинансировали вот эти проекты. Угу.
Ну і давайте трошки підсумуємо, що за останній рік він досить непростий, і карантин там не дозволяв відвідувати спортивні споруди, і, власне, тому ви не могли, можливо, десь заробити, але все рівно за цей рік що було зроблено у спортивній інфраструктурі, у вашому підприємстві? Ну, в основному, основною задачею є функціонування спортивного, тобто експлуатаційна функція підприємства. Ми проводимо масу, безчисленне множество просто всевозможних поточних ремонтів. Тому що, ну, як ми вже говорили, що достатньо старенькі і комунікації, і в процесі все-таки у нас достатньо шустрі, скажімо, діти, особливо після якихось масових мероприятий, турнірів, то приходиться міняти бочки всевозможні, унітази, там щось сломали, там где-то что-то, ну, емоції, я розумію, буває таке, где-то і двері вивалять, і таке буває. Тобто це, я розумію, не вандалізм якийсь такий вопиющий, ну, буває. Це життя. Хто-то щось проіграв, розстроївся, да, в каких-то турнірах, таке буває. І все-таки напливи людей достатньо великі, тобто перечислять їх потрібно дуже довго. Постоянно какие-то моменты модернизации, улучшения, так реагируем, стараемся реагировать оперативно на обращения и спортсменов, и жителей. Ну, с учетом того ресурса, который у нас есть, делаем все, что можем, но, к сожалению, не всегда получается все легко, быстро и очень красиво. Угу. Ну и назвать 5 пунктов, а планы на цей рік? Ой, сложно. По поводу планов, конечно, планы они есть, они должны быть у любого человека. И, ну, в первую очередь, все-таки надеюсь на программы какие-то, которые все-таки сработают. Это футбольное поле, первоочередно. Возможно, начало реконструкции бассейна «Дельфин». Это интересные проекты. Про мелкие планы я не хочу их даже озвучивать, потому что, ну, просто наша работа, это текучка, я даже не люблю о них говорить. Это просто повседневная рутина. А из больших проектов, ну, вот интересные проекты, это «Олимпиец», это «Дельфин». Ну, вот этот практически уже завершили с тепловыми насосами. Вот. Понятно, что повышать и качество, привлекать людей. То есть надеемся, что завезем или сами приедут разрекламировать как-то нашу інфраструктуру. Тобто, ну, хоча б отак. Хоча б з цим справитися. Добре, дякую вам за розмову. Дякую вам, слово, за увагу. До зустрічі. До зустрічі.